По меньшей мере 36 человек погибли и 147 получили ранения в результате стрельбы и трех взрывов, прогремевших во вторник в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Об этом официально сообщили турецкие власти, назвав произошедшее терактом. Нападение совершили трое смертников. Один из них начал стрелять в людей, а затем все трое подорвали себя. Сразу после этого все входы и выходы из аэропорта были перекрыты, а рейсы перенаправили в соседние города. Но уже в среду утром стамбульский аэропорт возобновил свою работу. Очевидцы трагедии говорят, что пережили шок. Я приехал в аэропорт и услышал сильный взрыв, когда поднимался по лестнице. Женщины и дети кричали и плакали. Сразу пришли охранники аэропорта. Люди бежали в разодранной одежде. Я не сразу понял, что все это из-за взрыва. Сначала мы услышали стрельбу, затем крики, и все начали убегать. А через минуту взрыв. Анкара считает, что за терактом стоит группировка «Исламское государство». Об этом заявил прибывший в Стамбул на место трагедии премьер-министр Турции. Первоначальные данные, которыми сейчас располагает следствие, указывают на то, что теракт совершила группировка ИГИЛ. Террористы прибыли в аэропорт на такси, открыли огонь, а потом подорвали себя. Эксперты говорят, что нападение на аэропорт было тщательно спланировано. Один из взрывов произошел в толпе перед рамками металлоискателей, расположенных у входа в здание терминала. Аэропорт имени Ататюрка – третий по загруженности в Европе после лондонского Хитроу и парижского Шарль де Голля. Он обслуживает почти 50 авиалиний мира.